Хей, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, продолжаем с вами проходить и играть наш Planet Coaster. В общем, тут такая штучка появилась. Ну, кроме как нашего колосса, он отлично нам приносит денежки. Прямо вот вообще бомбезная штука. Но я тут нашел такую штуку, смотрите. Так, где у нас находится? Вот, называется пиратская деревня, Pirate Village, да? Прикол в том, что у нее есть большое количество сквозных проходов, да? Если сейчас вот к ней прийти, поближе посмотреть. Вот, здесь есть пачка магазинов, причем они у нас идут прям-таки по кругу. Здесь куча есть анимаций, в принципе. Я вот смотрю на нее и думаю, блин, а что если мы ее вот здесь поставим, недалеко от пляжа? Мне кажется, это очень будет круто, и внутрь будет типа такой некий проход, то есть именно в полноценное пиратское царство. Вон типа как-нибудь туда, предположим, да? Просто с одной стороны она очень много места займет, а с другой стороны дорога будет прямо-таки вдоль пляж проходить. Но вот единственное, что сам по себе нюанс, как бы, мне кажется, не очень она будет смотреться вот именно вот, именно в этом месте. Знаете, вот как будто бы вот просто лишь бы надо вот здесь поставить что-то и забить. Ну, казалось бы. В общем, не знаю, для меня эта тема такая прямо-таки сейчас очень животрепещущаяся. Я вот думаю, есть смысл нам ее здесь ставить или нет. Здесь, в принципе, магазины были бы сбоку. Могли бы с пляжем законнектить, чтобы люди дальше могли циркулировать как раз-таки с этого берега, да, уже к нашему основному. Вот, и соответственно, будет большое количество через него маленьких проходиков. Не знаю. Либо ее ставить, но каким-то другим углом. Блин. Либо, кстати, как вариант, знаете, как сделать? Нет, видите, фишка в чем? Фишка в том, что ее надо ставить только вот таким вот образом. Иначе тогда проходы вот эти все, они просто потеряют смысл весь свой. Конечно, можно сказать, да ну их нафиг, но в смысле, это плохо. Вот здесь у них еще, видите, и сзади прямо много анимаций есть. Поэтому это все-таки надо как-то пытаться реализовать. Не знаю. Давайте, наверное, попробуем поставить где-нибудь как-нибудь вот так, да? Сейчас посмотрим, где у нас там проход ближайший, получается, будет идти. Вот тут, сбоку, да? Так, хорошо. Если мы его будем ставить, то будем ставить его вот здесь, наверное. Сейчас попробуем вот так, наверное, поставить его вот тут, да? Жбоинг. В принципе. Хотя, с другой стороны, ничего плохого в этом ужасного в нем нету. Просто домик. Просто неплохой домик. Как по мне, да? Так, а кстати, стоп, а это у нас что такое там было? Интересное. Так, построечка какая-то там. Сейчас, вот это что такое у нас? Пиратство. О, магазин пиратов, ты смотри. Магазин пиратов, что продаете-то, товарищи? А, пицца. О, это пиццерия у нас. Слушай, пиццерию прикольно, знаете, на гору здесь поставить, и желающие сюда будут приходить, будут ее есть. Как вам такой вариант? Слушай, ну это чумачечий вариант будет, откровенно тебе скажу. Я где-нибудь вообще на самой вершине его сделаю, типа, самая ультра-пицца. Нет, ну это бред на самом деле. Хотя вот сюда дорожку вывести, это не бред. Реально, здесь можно построить его. Реально можно сделать. Не знаю, думаем пока. В общем, решил его на самом деле поставить прямо-таки около выхода. На выхода с нашего колосса, вот здесь. Сейчас мы его пониже поставим, вот таким вот образом, да? Жбоньк. Здесь два магазина, напитки и пицца. Поэтому, как бы, блин, круто. Здесь мы с вами поставим еще какие-то камни, продлим. То есть вот эта стена, это будет... Ой, это, вот это камни, это будет продолжением как раз-таки колосса. То есть эта часть его будет. То есть мы здесь все завалим валунами. Это будет нормально смотреться, кстати, действительно. Так, единственная такая проблема в том, что здесь поблизости, походу, вообще не будет туалетов нигде. Вот, смотри, еще прикольная штука у нас тут есть. Еще, типа... Тематика пиратства. Ну-ка, что это такое у нас? Ну, просто елочки и сокровища, кстати, да. Поэтому, а это что? Блин, да столько тут всего я накачал, короче. Это прямо пипец. Пиратский мультиплекс, что? А, это типа пачка магазинов. Ты посмотри, там внутри сколько их. Раз, два. Так, а там что у нас? Блин, не попасть внутрь, к сожалению. Сейчас посмотрим. Ну-ка. А, там получается два магазина молочки. И по бокам, короче, у нас еще... по бокам. А, это туалет. Это туалет, короче, с левой стороны. Справа молочка. А вот тут у нас хот-доги и что-то еще. Но я думаю, это пока оставим. Нам потребуется сейчас с вами туалеты, на самом деле, сделать. Вот мы про них с вами много уже разговариваем, а да, так до сих пор еще и не сделали. Поэтому давайте воткнем парочку туалетов. Так, где у нас туалеты? Туалет у нас. Вот, это что такое, Диснейленд туалет. Блин, ну я думаю, точно не сюда к нам. Смотри, какой маленький туалет, но какой дорогой, зараза, а. Прям-таки, не знаю, что там такое. О, туалетик, да?
Да, отлично. Туалет как раз-таки находится в лодке. Вопрос, как нам где его разместить. У нас есть как бы недалеко туалет вот здесь. Но, в принципе, вот здесь он очень далеко. А, хотя стоп, у нас здесь туалет. Тут туалет. А, нет, туда не будем больше туалета ставить. Что за бред? За фига это делаем-то? Что ты здесь, Сереж, ты прикалываешься? Здесь же горшки у нас вон встроенные. Я и забыл про них совсем. Тогда мы с вами берем и начинаем вырисовывать наши пути. Так, максимальную ширину сейчас берем. Блин, вот вопрос, как бы нам вот их от... Нам она малину испортила, на самом деле, весь этот магазин. Сначала было сделать дорожку, а потом уже все остальное. Ладно, ничего страшного, средними проведем. Но здесь нам надо будет уже делать как раз-таки именно в минималку. Вот сюда. Вот так вот она идет. Дальше вот здесь. Так, здесь главное сейчас не мясануть. Вот так вот. Дальше. Здесь она, по-моему, поворачивает, если не ошибаюсь, да? Во всяком случае, должна заворачивать. Да. Что-то типа вот такого. Вот так вот. Отлично. Ну да. Как-то типа такого. И сейчас мы ее туда завернем. Так, это мы сюда поведем так. Так, не вижу нифига, блин, и как нам там строить-то, ё-моё? Вот так вот, да? Так, отлично. Здесь мы уже можем вылезти отсюда и спокойненько ее запетлять. Так, попробуем ее, наверное, завести потом вот сюда. Вот. Это у нас ровно получилось. А вот здесь нам... Блин, вот здесь не совсем ровно этот кусок. Ну, ничего страшного, это же не тетрадка, да, поэтому давайте, пофигу. А вот здесь, я думаю, мы с вами проложим отдельную. А, ты смотри, она прямо вниз ведет аж. Серьезно? Попробуем вот так сделать, смотри, здесь с мостиками, с бортиками прям такие, по красоте будет даже. Это вдоль магазинов нам надо будет сделать точку. Сейчас мы ее протащим просто ровно. Вот так вот, да? И нам надо их запитать. Так. Слушай, а что они не запитываются? Вот прикол. Интересно. Так, стоять. Сейчас мы ее вот сюда выведем. Вот здесь. И вот так вот посмотрим. Так, а магазины, магазин. А, во, магазины заработали раз. Магазины заработали два. Отлично. Слушай, ну норм, норм. Кстати, пальмы мы все окутали. У нас единственное, есть парочку пальм, которые стоят прямо-таки на территории... Ой, прямо-таки на дороге. Сейчас мы их сдвинем. Вот эту мы сдвинем. И вот это мы тоже сейчас должны будем сдвинуть. Так. Двинься вот сюда. Отлично. Да, отлично. Готово. Все. А, слушай, друг, а тебя мы, наверное, давай немножечко подопустим. Буквально на чуть-чуть. Вот. А то ты прямо сидишь, и мы видим, как ты на чем сидишь. Во. Во, отлично. Все, магазины заработали, туалеты есть, проходы у нас тут есть для желающих. Единственное, только немножечко, видите, надо будет приподнять уровень земли. Некоторые моменты у нас с вами, ну, такой себе, короче, как вы видите, да? Слушай, они будут подниматься здесь, интересно, ради интереса, Леня, ну-ка. Нет, подними, она больше не будет подниматься, она... Это все из-за дорожки уже. Да, это все из-за дорог уже. Черт, ну ладно, это мы тогда уберем сейчас. Поднимем ее просто чуть-чуть. Вот здесь. Чтобы это хотя бы не бросалось в глаза, да? Ну и здесь, наверное, по периметру тоже где-то около заборчика. Где, ну, где дотянется. Да, нигде не дотягивается. Смотри, вообще очень, очень мелко. Жалко, 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 жалко. Но, в принципе, все равно ничего страшного. Здесь такого у нас с вами... не произошло. Так, магазин работает, пушки фигарят у нас по полной программе. И люди даже начали ходить. Так, а стоп, а куда у нас продавец пошел? У нас же отсюда продавец свалил. У нас оба продавца отсюда свалили. Во прикол, короче. А ты куда? Рабочая нагрузка низкая и типа и чё? Так подожди, сейчас к тебе люди придут, ты не волнуйся. Вот дает, короче, стажер, блин. Ладно. Так, как у нас здесь все-таки сами сбоку пляж. Так, а это, а, это туда соединяется, да? Вот после мостика, я думаю, надо сделать как раз-таки вот такой вот поворотик. Так, стоять, это мы этого перехода делать не будем. Это мы соединяем. Здесь мы соединили, и давайте теперь соединим их отсюда движением вот таким. Раз, два, блин, во.
и Торис. Отлично. Теперь люди смогут вокруг пляжа спокойно обходить и с одной стороны нашего парка доходить и доставать до другой. Блин, нормальная, на самом деле, штука такая, но мне кажется, она как-то очень странно здесь смотрится. В общем, не знаю. Я думаю, пускай пока какое-то время стоит, а потом, если что, что-то переделаем. Смотри, кстати, люди сюда пошли, а сотрудники наши свалили. Ну, дала, блин, а? Ну, стажеры хреновые. Ладно, мы сюда сейчас двоих быстренько других назначим. Во. Вот это мне нравится, на самом деле. Я попробовал бы здесь, наверное, больше бы забурить именно. Убрать бы, вот прям таки вообще. И сюда воду, кстати, можно попробовать загнать сейчас. Ну-ка, сейчас попробуем. Во. Вода пошла сюда, отлично. Ну-ка. Блин, нормально, кстати. Во. Прям такой, знаете, водоемчик маленький прям под ним получился, спецом. Вот так вот. Под мостом. А то мост стоит, а для чего он стоит, да, нифига не понятно. Слушай, ну отлично, здесь такой небольшой скальник, а в принципе со всех остальных сторон у нас типа... Вот так вот. Все, я думаю, достаточно, да? Смотри, открыли проход на ту сторону острова, на ту сторону парка, и как люди начали быстро рассасываться. Это круто, реально. Кстати, кто-то заходит, видите, через магазины, да, то есть кому надо. А кому нет, они вон и тут могут спокойненько обойти, пройти вон здесь идут. Ну, здесь пока, кстати, никого нет, да. Все дело в том, что такая, типа, ну, разгружная способность, что ли. Единственное, вот чувак куда-то возвращается. Куда он, блин, не то, куда он возвращается? Стажер, блин. Где ты работаешь-то? То есть ты вообще уходишь в комнату стафа. Кстати, поблизости надо какую-нибудь тоже комнату здесь сделать, а то они им очень далеко бегают. Где у нас это находится? Это у нас находится вот здесь. И вот у нас персональный домик этот. Давайте вот тут мы его поставим, наверное. Прямо-таки на... Хотя нет, на берегу мы делать не будем. Давайте мы его за туалетом просто поставим вот здесь. Вот так вот. Отлично. Пускай тут у нас будет, и, соответственно, все, кто находится поблизости из этих магазинов, будут сюда быстро возвращаться. Там чувак у нас устал, ушел, поэтому мы не можем оставлять без действия наш магазин, поэтому отправляем сюда этих товарищей. А эти что, у нас тоже закрылись все? Ты смотри, блин, ну что за дела, блин? Я, кстати, если честно, до конца не улавливаю, какого хрена они все уходят. Низкая загруженность, ну да какая хренная разница, все равно бабки получаешь. Сиди спокойненько, да. Руби бабло, никаких проблем нету. Слушай, декорации, точно, я забыл про них. Нам надо с вами здесь накидать мусорных бачков, а то у нас здесь, смотрите, сральник-то пошел уже по полной программе, да? Так, поставим один вот здесь. Давайте сделаем такого входа. Вот тут еще один где-нибудь поставим. Вот тут. А что, не ставится, зараза? Разве что где-то вот здесь, да? Смотри, какой грустный, да? Чувак, ну таким, с таким лицом ты, конечно, это самое, особо людей тут не пободришь. Ну вообще никак, поэтому, дружище, давай-ка это как-то поактивнее. Натянул там улыбочку и погнал. Кстати, по поводу погнал, давайте вот здесь, наверное, сделаем парочку скамеек вот таких вот. Вот так вот. Чтобы люди могли здесь спокойненько релакснуть. Ну и можно поставить эти парочку столов. Кстати, столы, наверное, здесь ставиться не будут, потому что у нас здесь такой проходной двор. Осталось нам только камни здесь накидать для полной красоты. Это у нас получается, нет, не здесь, это у нас вот тут. Как раз таки вот этот цвет камней. И сейчас пока что мы просто набьем массу, одинаковую абсолютно сюда. А потом уже придадим им индивидуальности, можно сказать. Так, вот сюда мы это поставим, этот мы камень поставим. Повернем немножечко вот так. Вот так вот, да? Так, следующее мы ставим... Вот сюда куда-нибудь. Пока вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. Слушай, а нормально получается. Даже очень. Так, что у нас с этой стороны? Надо вот здесь углубить его. В принципе, это не более чем такой, знаете, декоративный момент. И главное его только правильно раскручивать, чтобы камни не казались одинаковыми абсолютно. Тогда будет все прям-таки по красоте. Так, это мы сделали, это мы сделали, это мы сделали. Завалим камни сейчас сюда еще чуть-чуть. Вот сюда. Так, вот здесь где-нибудь возьмем. Вот так вот развернем его. И вот тут где-нибудь поставим еще. Вот так вот. Ну, здесь, наверное, тоже, думаю, можно еще один завалить.
Поворачиваем и сюда вот. Во. Что-то типа такого. То есть, так прям такая, знаете, каменная глыба вывалилась, и в конце нее череп. Прямо как, знаете, как кишка какая-то. Но, однако, на самом деле, более чем нормально смотрится. Ну, как по мне. Да. Единственное, конечно, может быть, и вот здесь еще пару проформ добавить. Но, думаю, нет смысла пока, потому что мы здесь что-нибудь с вами соорудим. Повторюсь, все, что мы тут с вами делаем, это у нас некие наброски, потом, которые мы постоянно с вами будем модифицировать и улучшать. Так. Че, типа, все, запозитивился? Да, смотри, запозитивился, пошел. Кстати, а че, вот мусор валяется, никто не убирает, а? Плохо, плохо, очень плохо. Так, магазины работают, отлично. Ты смотри, какой поток пошел. Туда-сюда, сразу, со всех сторон у нас. Абсолютно, круто, блин. Вот нравится мне, нравится мне. Единственное, что мне не нравится, только почему у нас иногда некоторые товарищи уходят с работы. Все остальное просто мелочи. Так, а что у нас с аттракционами? Аттракционы у нас рабочие? Да, ты смотри, короче, из-за того, что у нас появился интересный аттракцион, это стало голодать, да? Тогда мы делаем следующим образом. Мы тогда здесь ставим $12. Будем надеяться, что сюда люди пойдут. Так, здесь у нас люди есть на этом аттракционе. На этом у нас они есть. Здесь вообще никого нет. Смотри, он просто в убытке почти что стоит. Ну, давайте сделаем $9. Ладно, хрен ты с ним. Будем надеяться, что кто-то придет. Так, здесь у нас все есть. Здесь у нас вообще в нон-стопе. Конечно, $10 всех хотят покататься. Здесь у нас есть, ну, не очень много, конечно, но, в принципе, достаточно. Давайте 9,80 сделаем. Главное, чтобы в эти очереди уходило побольше людей и, ну, соответственно, их меньше шаталось по улицам. Конечно, здесь можно сделать VIP-доступы, но я не хочу их в игре вводить, какие-то дополнительные платные услуги и какие-то спецпроходы. О, кстати, не зря мы тут лестницы, ой, скамейки поставили. Смотри, народ отдыхает. Сломали, серьезно? Офигеть, хулиганы. А тогда мы сделаем следующим образом. Чтобы этого хулиганства больше здесь не было, нам надо с вами поставить будет видеокамеры. Естественно, да. Поставим одну вот здесь. Одну поставим вот так вот тут, наверное, да. Вот, отлично, да. Дальше, также мы сделаем вот здесь. Чтобы наше всевидящее око совсем могло наблюдать. Чтобы не было всяких проблем, конечно же, давайте сделаем, наверное, одну камеру. Прям такие еще в пещере, а вот здесь поставим. Жгоник. Так, ну и около входа у нас вот тут тоже с вами, я смотрю, ломают скамейки уже потихонечку, вандалы всякие. Это надо все контролировать, конечно же, это надо все контролировать. Вот сюда мы поставим еще камеру. Так, ну а там у нас вроде как с ним проблем нет. Единственное, что можно около пляжа поставить еще. Мы ее причем поставим прямо-таки через здание. Вот так у нас будет здесь все видеть и наблюдать. Так, что у нас тут пальма вырисовал прямо посередине. Нет, нормально все. И давайте, наверное, еще вот здесь поставим одну. Вот тут, для проформы. Вот. Отлично. Так, где у нас была эта сломанная скамейка? Она, я помню, была где-то вот тут, да? Да, нам надо ее так стоять. Это не то. А почему у нее скамейка не выделяется? Во. Это сделали. И это тоже сделали. Отлично. Очень удобно то, что здесь можно все отремонтировать, а не заново покупать. Пускай за те же деньги, неважно, но главное сам факт. Так, это мы сделали. Дальше. У нас очень мало уборщиков становится, я смотрю. Поэтому добавите, добавим их, я думаю, хотя бы штучки 3 или 4, наверное, даже. Одного кинем куда-нибудь вот сюда еще. И одного кинем вот в эту сторону. Вот так вот. Отлично, слушай, ну у нас парк прямо с вами, смотри, какой крутой становится. Надо вот этой стороной заняться. Мы здесь, видите, все с вами занимаемся украшением, там пальмы, деревья. Здесь у нас этого еще очень мало, но на эту сторону отдельные планы, сами знаете, поэтому как-то так. Ну ладно, все, на этом серию тогда заканчиваем. Увидимся в следующих роликах. Если ждешь, не обязательно... Обязательно подписывайся на канал и ставь ролику лайкосик. А с вами был я, Сережа Плей, всех люблю, до новых встреч, всем пока.